Монтана. Страна холмов и гор. Штат сокровищ. У Монтаны много названий. Для меня это дом. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Потому здесь легко не заметить человеческую подлость. Добрый день, брат. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта. Натуральная секта, блин. Коллапс близок, дети мои. Сперва они купили все наши фермы. Потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Прямо здесь. У нас под носом. Власти нас не спасут. Никто не спасет. Вообще он никто. Требует, чтобы мы спасли эти заблудшие души, хотят они того или нет. Все отказываются верить в то, что это секта. Люди напуганы. Одни захотят навредить нам. Другие разрушить все, что мы с вами создали. А третьи предать нас. Мы не знаем, на что он способен. Стой, стой. Кто? Их лидер. Иосиф Сид. Для них он отец. Лишь глупцы не помогают проекту. Они не верят. Они слепы. Прошу, нет. Но они прозреют.
он будет в церкви, не отставай. Смотреть в оба. Их легко спугнуть. Салага, сюда. Спокойнее, ладно? Вот почему я тихо. А ну успокойтесь. Вас это не касается. Не вмешивайтесь. Этому не бывать. Шерри, дело плохо. Все в порядке, Хансен. Все в полном порядке. Боже мой. На вас есть значки, верно? Да, но здесь не особо уважают значок шерифа. Зато ствол они будут уважать. Не все проблемы можно решить оружием, маршал. Трус. Что вам здесь надо? Мы не хотим иметь с вами дело. Он пришел убить отца. Да оставь же нас в покое. Уймись. Отец что-нибудь придумал. Нам нельзя отступать. Именно поэтому мы здесь. Этому не бывать. Положись на отца. Тихо, маршал. Давай лучше сделаем по-моему. Без шума. Спокойно. Ясно? Ясно. Хадсон, двери. Прикрой нас. Сюда никто не должен войти. А ты со мной. И да, ну, не наделай там глупостей. Остыньте, шериф. Про вас скоро в газетах напишут. Все хорошо. Что-то случится. Вы чувствуете, да? Что мы приближаемся к краю пропасти. Что грядет час расплаты. Вот зачем нужен проект. Мы знаем, что случится дальше. Они придут. Чтобы забрать все. Забрать оружие. Забрать свободу. Даже веру. Но мы им не позволим. Шериф, ну... Еще рано. Не позволим их жадности, их безнравственности, их порочности одержать верх. Шериф, мы больше не будем страдать. Спокойно. Иосиф Сид, у меня ордер на ваш арест. По обвинению в похищении с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите вперед и держите руки перед собой. Нет. Вот они. Саранча в нашем саду. Они пришли за мной. Пришли, чтобы забрать меня у вас. Чтобы разрушить все, что мы строим. Спокойно. Оружие сейчас ни к чему. Вы! Так, всем стоять. Пушки на землю. Всем стоять. Пушки на землю. Успокоились. Мы ждали этого момента. И мы подготовились. Все. Все. Бог не позволит им забрать меня. Я видел, что Агнец снял первую печать и услышал громовой голос одного из четырех животных. Иди и смотри. Выйди вперед. Я взглянул. Бог защитит меня. Всем привет, вы на канале Dante Infinite. Салага, браслет на него. Начинаю прохождение Far Cry 5. Альтернативную концовку я уже показал, ролик был. Теперь нормальное прохождение. Иногда разумнее всего просто уйти. Согласен. Пошли. Ясен пень, нас просто так отсюда не выпустят. Вот они. Нужно сваливать отсюда. Маршал, вперед, мы пойдем вправо. Понял. Мы не позволим. Ох, ребята, зря вы это все затеяли.
вы посмотрите на этих горилл. Они же бешеные. Какого хрена вы вчетвером сюда прилетели? Или в шестером там сколько вас? Еще пилоты. Этих людей критическое мышление явно подавлено. Чё тут? Крышка нам. Где этот? Кто там сидел, этот шериф? Или он не залез в вертолет? Опа. Эл, отвечай, прием. Получи. И там он. Есть кто-нибудь? Ну же, давайте. Я же сказал, что Бог не даст меня забрать. Да ты пророк. Прошу, скажите, что тут случилось? Диспетчер. Ох, Боже. У нас все хорошо. Не надо никого звать. Да, отец. Храни тебя Бог. Так, ну ты молодец, чувак. Никто не придет на помощь. Да, круто ты здесь устроился. Слава. Чувачок, идем на подтечку. Отец спасен под сенью крыльев Господа. Все идет согласно плану Господа нашего. Я все еще с вами. Первая печать сломана. Коллапс начался. Мы возьмем все, что нужно. И сохраним, что имеем. Убьем всех, кто встанет у нас на пути. Очухивайтесь уже. Они, весь Никелон, узрят истину. Ясно, понятно. Да начнется жатва! О, ну все, шевелитесь. Не трогайте! Я фигурирую. Маршал, твою мать. О, нет, ее просто забирают. Боже мой, пытаемся спасти. Так, прикурите. От курки. Ты крыса, ты что сваливаешь? Большая жирная крыса. Жрает сыр, побежала. Ну давай, что ремень-то бросил? Что там, зажало что-то? Все, давай, с дристом, нахрен. Вашу мать. Ай, прям в жопу всадили. Ну что, проще срать будет. Давай быстрее. Блин, я оборванул как флэш. С такого страха гребаного. Давай быстрее. Хорошее озерцо. Что-то написали много. Давай. Вы графику оценили, а? Графика.
Xbox One X. Она охренительная. Не знаю, на компе может лучше, конечно. Но с четвертым Far Cry, если сравнивать, это вообще шаг вперед. Конечно, не гигантский шаг, но такой достойный. Так, тише. Что вы заметили? Полоумные придурки. Эй, меня кто-нибудь слышит? Это крыса. Эй, это все. Эй. Кажется, я сорвался. Я вижу здесь рядом трейлер. У длинного моста. Попробую попасть в него. Я не понял, еще рация? Если кто-то слышит меня, если кто-то еще жив... Обалденно ощущается персонаж. Управление клевое. Так, это я уже понял. А, подожди, незаметно подобрашь вплотную к противнику. А, мочкануть можно бесшумно. Ну да. Только тут никого нет. Тут что? Закрыто нужен ключ, да? Интересно. Так, аккуратненько. Тише, тише. Спокойно. Ну, никого же. Заходим. Тише, расслабься, эй. О, боже мой. Ты... Прости. Думал, тебя схватили. Пошли. Пошли. Давай. Проверь тут все. Никого. О боже! Ничего себе! Твари! Мы посадим всю эту семейку! Всю семью! Долбаные психи! Просто чел хочет власти. Мы выберемся отсюда. Но сначала нужно оружие. Чем хуже политиков? Держи. Так, делаем вот что. Там есть дорога. Едем по ней на северо-восток. До Мизулы всего пара часов езды. А потом мы вернемся сюда с Национальной гвардией и уничтожим всех. Это все мечты, чувак. Нет сбыточной надежды. О, да, сейчас будет стрелочка. Ну-ка. Проблема не привыкнуть. Чё, тебя уже подстрелили, урод? Блин, пушка отметить. Ну, красиво! Крыса. Это чё, может, очнуться уже? Чё за значок? Так больно. В очко ему влюбил. Блин, мы его ранили. Маршал, твою мать! О, хрен! Разлегся. Ладно, сейчас придется его спасти. Так, Икс. Да, вставай, твою мать, все, нам кондрец. Что за херня? Да ты там прикройся, ну, ё-мо. Все. Ну, нихера. Это я люблю. Срыва обалденная. Так, мне что-то патронов так нужно. Это были на столе. Что-то было, да, вот боеприпасы на столе, это обязательно нет. Так, как оружие-то выбрать? Какого хрена этот бинокль, как его убрать? Вот. Это я отрезал воздух. Так, все, пушечка есть. Эти уроды что-то немного. О, набегают. Набегают. Черт. Да опять патроны придут. Ой, там аптечка была. Ладно, хрен с ним. Так, все, рвем, рвем, бежим, бежим, бежим. Ой, так, пушка, пушка. Кстати, он в тачке, что ли, уже? Он из машины стрелял. Блин, да как? Я же пистолет подобрал. Так, да, где эти уроды? Вон он, да, машина.
Быстрее, 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 быстрее. Тише, тише, тише. Так, как? Блин, не ту кнопку. Их ставлю. Давай, все, вниз. И... Все, давай, гони. Дорви на газ. О, педаль гребаная. Сейчас попробую. Не тряси, не тряси, Луна. Так держись. Без тебя я бы сдох. Мы вернемся. Но надо быть осторожней. Не знаю, кому и верить. Кстати, персонаж, видимо, опять не мой. Нэнси. О, нет. О, нет. Дороги перекрыли. Ну ладно, я за него. Держи. Ну, ну, ну. Ни хера, что-то все мимо. Что за говно? Сзади! Да сейчас, сейчас. Смрази. Все, все, отлично. Держись, ух ты, сколько их. Ваша мать. Ой, хрен, мы еще живы. Маршал, твою мать. Да ровнее держи. Найди дорогу нормально. Ну, где ты его взял? Так, как использовать его? РБ, РБ, во, во. Так. Птичка. Давай, все, так кидай. Так, кинем. Ой, ну, да, не туда совсем. Сейчас, сейчас, сейчас. Вообще поближе надо. Есть! Отлично. 100 очков. Где? У них еще и самолеты. Где твою мать, ты что базаришь? Где? Маршал, твою мать, гони! Гони, маршал! Турборежим! Рылые кретины. Клоуны бездумные. Да пошли вы в жопу. Вы че на каждом углу-то? Это же Far Cry. Крысы. Ух ты. Да че, эту сцену ставил Люк Бессон? Да ё-мо, не могу. Так, тихо. Подыхать. Коровы носятся. Кто справа? Давай, давай. Да подыхай ты, крыса, ё-моё, грёбаный самолёт. Чё творится? Сумбур. Сумбур. Маршал, твою мать, давай. Делай все красиво, правильно. Так, мост уже. Хрен мы его пересечём. Твою мать, подыхай, крыса, подыхай. Так, он сдох. О, аптечка, аптечка, тут нету аптечек. Всё, пиндос. А. Красивый момент. Слушай, это стекло уж тысячу раз его прострелили, все, что там выбиваешь? Ну ладно, разработчики тут лоханулись. Ну это было круто, конечно. Стандартное Far Cry-овское начало. И это неплохо. Ну, просто замочите его. Зачем он? А, паломник. Верно, что ясно, у них свои методы. Дети, ты хрен старый. Возблагодарим Бога. Возблагодарим, который я предвидел, все, что я предсказывал, сбылось. Стражи порядка, что хотели разлучить нас, и всех передали в нужные руки моих родных. Почти всех. Сверлокова тащит насиловать, похоже. Такой стресс я точно не перенесу. Ну да, кровати привязал. Стандартный дед насильник. Вы мои дети. Вместе. Да я шучу. Придем. Дедуля, давай быстрее раскрывайся уже. Знаешь, что происходит? Они перекрыли дороги. Беспредел. Они оборвали провода. Они лишили долину связи с внешним миром.
Короче, мы все в полной жопе. Точно. А до этого где были? Проклятый коллапс. Они верят, что грядет конец света. Они ждали его. Давно. Ждали того, кто придет, чтобы осуществить пророчество и развязать священную войну. Так это логика. Явно кто-то придет, если будешь беспределить. Ну, у вас получилось. Разумнее всего было бы отдать тебя им. Ну и чё? Чёрт. Снимай свою форму. Ее надо сжечь. Ну все, говорю, он хочет... Там чистые вещи. Чтобы разделись. Как переоденешься, приходи ко мне. Там ночнушка. Будем думать, как нам вылезти из этой жопы. Ночнушка какая-то. Жопу напоминает часто. Ну, все ясно. Дед не так-то прост. По ласке соскучился. Конечно, в бункере тут один сидит. Блин, ну графика вроде как шикарная вообще. Ну вы видите, да, идеально. Ну ладно, не идеально, но, блин, на уровне. Ладно, ребята, спасибо, что посмотрели. Скоро, ну завтра точно будет уже новый ролик, также с комментариями. Давайте лайкайте, все, делитесь этим видео. Давайте, надо много просмотров.